Екатерины Бауриной из Вадинского района 11 ребятишек, лишь трое из них собственные. С 2011 года женщина дарит тепло и любовь бывшим воспитанникам детского дома. Только в марте этого года она усыновила троих. Это детки у меня приемные. Я в 11 году девочку Маю взяла. Но ей стало одной скучно. Говорит, мам, давай кого-нибудь еще. Скучно было. Дети уже стали взрослеть, кто армию отслужил, кто в училище пошел учиться. И пришлось взять. Вот, начиная со старшей девочки и так вот. Вместе с супругом женщина управляет крестьянско-фермерским хозяйством. Кроме того, возглавляет комитет сельсовета. Ребятишки тоже не остаются в стороне от дел. Пока взрослые работают, они хлопочут по дому. За достойное воспитание детей Нине Бауриной вручили благодарственное письмо губернатора Пензенской области. Всего на торжественном собрании в региональном правительстве награды получили 34 многодетные мамы. Я хотел бы в этот предпраздничный день поздравить от имени депутатов законодательного собрания, от себя лично, вас, уважаемые наши мамы, с этим душевным, теплым праздником Днем Матери. Пожелать вам добра, здоровья, благополучия, любви детей и всего доброго в жизни. К слову, в Пензенской области только на региональном уровне действует 9 видов поддержки многодетных, в том числе и материальных. А с 2007 года в программе «Материнский капитал» приняли участие уже 80 тысяч женщин.